как вам, пацаны, третий? Вообще отлично. Третий держит планку, так сказать. Опа. Скар. Блин, тут не увижу так ничего. ППшечка убила чувака со скаром. Чел, шагни. Не туда, не в ту сторону, друг. Что? А чё по регистрации? Ты куда пошёл? Чё там за броня у тебя? Да ладно, трупер! И каска целая, кстати. Я же ему четко в каску попал. Там даже была искра. Я подумал, ладно, это был рикошет. Каска целая, она просто не регнула попадание в голову. Понимаю. Но в этом году пока непонятно еще по комарам. Тут ко мне парочка в комнату залетала. Как бы я им поставил голова, глаза сразу. На ходу. Поэтому с комарами пока непонятно у нас. Это озера, поля. Когда комаров до хрена. Куда он делся? Голова, глаза у меня раптор с аимом стоит. Понял. Меня вчера первый раз укусили на даче. Unlucky получается. Вы в танцах? Ты не говори, блин. Затанцевал меня чел.
Так. Можно мне гранатки, и я пойду. Спасибо. Что-то рега реально плохая, чат. О, кто-то на металле еще. Не вылезти, да никак. Хера. Бля, броня вообще херовая. Он ее не закинул, двоечник. Надо было не рашить их, они бы сами там сдохли оба, блядь. Чисто Тарков, блин. Семеро. Переиграл меня чел, чисто. Чисто на тактике переиграл, блядь. Он знал, что я буду рашить и кинул себе под ноги гранату. А что у меня с эмкой, простите? Чё её вот так вот у меня колбасит? Вроде нормальная. У меня вот порой такое чувство, что как будто... ты персонажа на какую-то неровную текстурку наступаешь... Знаете, бывает баг, ты когда, допустим, останавливаешься, прицеливаешься в оптику, и она у тебя вот так вот, тынь-тынь-тынь-тынь-тынь, вот так прыгает оптика. Ты делаешь шаг, допустим, в сторону, и она у тебя уже вот все плавная. Вот такое чувство, как будто на какую-то неровность ты останавливаешься, и у тебя прицел начинается вот так, короче. О, понятно. О, вот это, кстати, мы возьмем. За шлем, конечно, спасибо. Блин, там чел с ботами не может справиться. О, там мутант. Я, подожди, Скар, да? Давай. Приятель.
Так, я вроде 5 актеров нанимал. Где еще один? Вот и пятый. Теперь все сходится. Восьмой уровень, ё-моё. Погубил. Но они его прям приодели, восьмой уровень. Этот неплохо так... Блин, неудобные у них разгрузки, конечно. Где-то сумку свою успел выкинуть, жук такой. Так. А тут у нас джишка. Тоже фуловая, кстати. Ну, мы ее чисто разрядим. Сюда, сюда. Патроны, что там у нас? 61-е. 100, я думаю, точно надо будет. А тут были.
Короче, пока я там этих убивал, кто-то, видимо, прошел отсюда. В сторону Беттера, наверное, мне так кажется. Как-то так, наверное. Ну, чуть-чуть людей поубивали на таможне. Немножечко так. И кто-то ведь еще свалить у нас умудрился, представляете, блин? Кто-то, блин, ушел. Обидно, конечно. Можно было поймать. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.